Военные после извинений Пашиняна вновь потребовали его отставки. Генеральный штаб вооруженных сил Армении распространил заявление, в котором военные потребовали прекратить необоснованные обвинения в свой адрес, передает Telegram канал «Спутник Армения». Вооруженные силы, состоящие из сыновей нашего народа, предвидя угрозы национальной безопасности, считают недопустимым и настоятельно призывают прекратить необоснованные обвинения в адрес вооруженных сил и отдельных должностных лиц, говорится в сообщении. Руководство Генштаба вновь подтвердило свою позицию, потребовав от премьер-министра Никола Пашиняна и правительства уйти в отставку. 1 марта в Ереване одновременно прошли митинги сторонников Пашиняна и оппозиционных сил. Политик выступил перед собравшимися, признал, что его правительство совершало ошибки, и извинился за них. Пашинян также заявил, что власти планируют провести конституционную реформу, предусматривающую переход от парламентской к полупрезидентской форме правления. Вместе с тем он обвинил бывшего президента Сержа Саргсяна в попытке склонить генералитет в сторону оппозиции. Политический кризис в Армении, начавшийся после проигранной войны в Нагорном Карабахе, обострился 25 февраля. Генеральный штаб опубликовал требование отправить Пашиняна в отставку. В свою очередь, премьер-министр потребовал отставки начальника генштаба Оника Гаспаряна, однако президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать соответствующий указ и призвал конфликтующие стороны к диалогу. Пашинян заявил, что намерен добиться своего. Совет Безопасности Армении призвал Саркисяна уволить Гаспаряна. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.